Всем привет, меня зовут Роман Анипко, я футбольный фристайлер. Сегодня я расскажу, как учиться набивать. Об этом мне поможет Даниэль. Даниэль, привет. Давай пятюнечку. Отлично. Так, первое, с чего стоит учиться набивать, это, во-первых, узнать, как это делать. Есть три правила. Первое. Мяч необходимо бить подъемом. Даниэль, знаешь, где у нас находится подъем ноги? Покажи. Вот. Отлично, да. Там, где у вас начинаются шнурочки, вот эта точка считайте, что и есть подъем ноги. Второе правило. Сильно бьешь, много не набьешь. Что это значит? Что если сильно мячик подбивать, да, то мячик набить будет тяжело. И третье правило. После каждого удара ноги, когда мы набиваем одной ногой, нога должна вставать на землю после каждого удара. Итак, первое упражнение. Учимся набивать мяч от земли. Итак, Даниэль, берем мяч в руки. Твоя задача. Сначала смотри, отпустить мяч, подбить, поймать. Понял? Вот, давай попробуем сделать 10 раз. Смотри, да. Поймать, ага. Это первый этап, с которого обычно начинают все футболисты. Теперь мы попробуем несколько раз от земли. Итак, Даниэль, попробуем чуть усложнить. Смотри сначала. Будем делать сейчас по 3-4 раза. То есть стукнулся, ударил, стукнулся, ударил, стукнулся, ударил, стукнулся, ударил. Попробуем. Стук, один удар. И лови в руки. Отлично. Давай пять. Этот этап получился. Теперь третий этап. Учимся подбивать мяч в воздухе. Для этого берем мяч в руки, подкидываем мяч и теперь не даем мячу упасть на землю. Подкинули, подбили, поймали. Давай попробуем. Отлично. Еще. 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 Чуть назад отойди. Чуть назад отойди. Даниэль, чуть назад отойди. Отлично. Стоп. Я считаю, отлично у тебя получилось. Давай пятюнечку. И четвертый, заключительный этап. Учимся набивать мяч на количество воздуха. Ой, раза 4-5 набить и поймать. Лови. Давай еще раз. Попробуй, да, еще 5 раз, только поймать потом в конце. И лови, лови. Вот. Отлично, давай 5. И теперь самый последний этап. Попробуем набивать 4 раза двумя ногами. Правой, левой, правой, левой. А, хорошо, только вот попробуй на четвертый поймать. И поймать. Во, давай пятюню. Если вы все эти 4 этапа будете тренировать, то в скором времени сможете научиться набивать.